Приветствую вас. И что касается музыки, то здесь все сугубо индивидуально. Некоторые люди, если им требуются определенные эмоции, они будут слушать музыку, чтобы эти эмоции испытать. То есть музыка используется здесь как генератор, значит, как генератор ощущений, как генератор воспоминаний, как генератор чувств. Но в узком смысле это именно ситуативные эмоции. То есть пока человек такую музыку слышит, он испытывает определенные эмоции, если он испытывает в этом необходимость. Дальше. Есть такие люди, которым, когда грустно, появляется потребность, значит, в том, чтобы отвлечься. И в качестве отвлечения используется музыка. То есть, когда человеку весело, он слушает музыку нейтральную, такую, которая бы вот как-то его значит, отражала его настроение, которое поддерживало бы его нового фонографона. И наоборот, когда человеку грустно, он слушает музыку, собственно говоря, такую. Веселую специально, чтобы поднять себе настроение. Так поступают люди, которые склонны обвинять окружающих в своих проблемах. Напротив, если человек достаточно самокритичен, если человек слабоволен, если человек быстро начинает сомневаться в том, что у него получится, то есть не обладает чертой борьбы за что-то свое и легко поддается негативу и проблемам, то он, безусловно, будет слушать музыку ту, которая, значит, соответствует его интересам. То есть это, как правило, эмоциональные люди, люди с резкими перепадами настроения, может быть, даже это люди определенного типа личности, то есть у которых, вот, допустим, бывает перепады настроения, скажем, циклоид. Циклоид – это человек, который обладает склонностью к перепадам настроения, словно цикл, и у него есть, собственно говоря, такая вот особенность, что когда значит, у него все хорошо, то все хорошо вокруг, потому что он будет слушать веселую музыку, он будет все вокруг себя стараться делать ярким, счастливым, красочным и так далее. И людей тоже. Если у него все плохо, то он, соответственно, будет слушать грустную музыку и всех людей вокруг дорожать своим настроением. То есть отношение к музыке у каждого, оно свое. Оно разное. И если человек слушает, допустим, грустную музыку, то это не может не всегда означает, что ему грустно. Просто он захотел послушать что-то грустное. А это может быть просто желание. И наоборот, веселое. На самом деле, вкус скорее, именно музыкальный вкус скорее определяется, я бы даже сказал, предпочтением жанра. То есть люди, которые слушают популярную музыку давно, люди одного настроения, люди, которые слушают там классическую музыку, люди другого настроения, люди, которые слушают тяжелую музыку, люди третьего настроения, люди, которые слушают танцевальную клубную музыку, значит, еще одного настроения и так далее. И по тому, какой жанр музыки человек слышит, можно о нем некоторые вещи сказать. Естественно, все это условно, и всегда есть индивидуальные особенности, но не по настроению человека определяется то, что он слушает. И не потому, что он слушает, определяется настроение человека.
А по музыкальным предпочтениям человека можно определить, какой он сам, что с ним происходит, к чему он, там, допустим, больше склонен и так далее. Правильный вопрос ставить именно все-таки так, мне кажется. Поэтому, надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Если у вас какие-то сопутствующие уточнения появились, можете обратиться ко мне в личку, я вам помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, я желаю вам всего доброго и...